Всем привет! Привет! Сегодня 18 ноября, и сегодня мы возвращаемся к строительству кошачьего домика, как вы поняли из названия. Есть две части, как мы строили вот этот кошачий домик для наших уличных котов, и сегодня нам надо его закончить. Не сегодня закончить, а в этой серии нам надо его закончить. Кто не видел первые две части, ссылка будет в описании, можете посмотреть и вспомнить. Итак, вот здесь у нас помещение такое небольшое, 3 на 2. Это называется кошачий домик. Там живут две уличные кошки наши. Кушаю сейчас. Делали мы этот домик в том году, то есть зиму он как бы перезимовал. Кошки спали в этих домиках. Нормально, ничего как бы с ними не случилось. Но мы хотим сделать, чтобы здесь было тепло хотя бы там. Чтобы при минусовой температуре здесь плюс был хоть какой-то. Думали сначала здесь сделать теплый пол, там плиточку постелить. Но потом нам подвернулось интересное предложение. Это кварцевый обогреватель. И вот мы хотим здесь повесить кварцевый обогреватель. Пол застелить линолеум. Потому что, кто не знает, здесь мы, как и во многих помещениях, залили пол наливным гипсовым полом, который не предназначен для улицы. Ну тут как бы все нормально. Но вот здесь он начал пучиться. Почему-то спутился. Он, походу, весит тоже. Это надо будет отодрать. Замазать, чтобы помазать. Короче, гипсовый пол это полная уже везде у нас эта проблема. Здесь мы решим эту проблему, что просто постелим линолеум. Потом надо сделать, как нам советовали многие зрители. Котам было в окошечко смотреть, здесь подоконник мы купили сюда. Надо утеплить потолок. Тоже полистирол взяли, потому что он здесь утеплен, но там такой тоненький слой, утеплителя. А тепло будет все через потолок все равно уходить. Большая часть. Поэтому мы еще полистирол опустим и USB подошьем. Вот так вот аккуратненько тут все останется. Просто будет линолеум и обогреватель. И подоконник у них появится. Не знаю, будут они на нем сидеть, потом узнаем. А домики, они вот залазят сюда, вдвоем спят. Нам там сначала начали писать, что сделайте еще. Кто не помнит, у нас еще был кот Шурик, который пропал в начале этого года. Вот. Но они по отдельности никогда не спят, они спят вдвоем все время. То есть в одном гнезде, так скажем. Сейчас вон какие жирные. Колобочки жирные. Для начала нам надо сюда завести электричество, сделать розетку и свет, чтобы обогреватель можно было включать. Поэтому сейчас делаем электричество, вешаем обогреватель, пусть он тут нагреет, а завтра можно уже будет там или послезавтра линолеум стелить и все остальное делать. А прежде чем подогревать, надо еще потолок сделать, а то все тепло будет уходить. Пошли работать. Пошли, что-то я разбазарился. Поехали.
Галдят. Малыши. Да будет свет. Та-дам. Вчера только кормили котов в темноте с телефоном, с фонариком. А сегодня уже свет. Вау. Теперь у нас все помещения электрифицированы. И кошачий домик тоже наконец-то. Сейчас тащим батарею, короче. Ну, обогреватель. Несем. И вешаем его. Теперь розетка есть. Вот такой обогреватель Теплэко компания нам предоставила. В общем, это обогреватель из кварцевого песка. Сейчас распечатаем, покажем. Почему мы решили его повесить? Изначально мы говорили, что думали, сделаем теплый пол в кошачьем домике. Тоже, на 400 ватт хотели теплый пол. Но это надо пол укладывать, цементировать, потом плитку класть. Короче, очень... Много манипуляций. А этот обогреватель просто повесил и все. Отличие его от того же, просто этот. Это обычный обогреватель? Обычный обогреватель, да. У нас вот есть, допустим. Он на 750 ватт, во-первых. А во-вторых, он пожароопасный. Как-то его страшно оставлять, потому что там видно, как все это греется. Этот полностью пожаробезопасный, потому что тут, в принципе, воспламеняться нечему. Как написано, эффект горячего кирпича. То есть вот эта плита нагревается, и от нее идет тепло. Вот этот обогреватель, он рассчитан где-то на 8-9 квадратных метров на помещение. Нам, в принципе, там не надо, чтобы жара плюс 30 была. Нам, чтобы чуть выше нуля было. Для этого отдельно приобретается регулятор, терморегулятор. И здесь можно вот температуру выставляешь. Как и на теплом поле, в принципе, то же самое. Но... Сначала. Капелька на камеру. Честно все. Надо. Че надо? Подключить. Я долго буду тебе подсказывать. Это сейчас дойдем до этого. Сейчас сначала распечатать надо. Да. В общем, сейчас распечатаем и смотрим. Там идут разные расцветки, этот рисунок разный. Мы сказали, нам вообще по барабану это. Котам на него смотреть. Поэтому мы даже не смотрели, какого там рисунка. Такой же рисунок, в принципе, как вот здесь нарисован. Он беленький. В комплекте идет крепление на стену. Можно его, как подставка, чтобы на стену не вешать, подставка на пол есть. Есть защитные экраны, есть специальные штуки, на которые там белье, чтобы сушить, вешать. Короче, много всего, что для них есть. Он сделан из кварцевого песка. Видно. Песок. Короче, вот такая плита будет обогревать помещение. Просто в розетку втыкиваешь. Пошли. Надо было серенькую выбирать. Повесим сейчас. Там серенькие были? Да. Черненькую я видел. Или черненькую. Там серенькая, ничего. Да. Через некоторое время станет серенькой. Желтенькая. Вешаем, короче. И включаем. Вот так он выглядит. Туда эту отражайку приклеили, чтобы тепло отражал. Сейчас сначала его надо включить без регулятора, чтобы он в режим работы вошел. А потом с регулятором. Такие вещи даже не знаю, вот так он существует. Да.
обогреватель. Привыкли, что это дует. А как понять, что он работает? Он будет нагреваться, наверное. Не сразу. Мурка уже домой хочет. Нет, не зайдет. Ждем, пока нагреется. Спать хочешь? Мурка. Домой хочу. Иди в домик. Будет тепло сейчас. Сегодня вообще будет. Залазить туда. Живот поджимает. Дырки больше надо будет делать. Короче, обогреватель тепленький уже. Нагревается. Ой, Мура, как тебе будет хорошо сегодня. Сейчас мы пока этот подоконник прикрутим. И он нагреется уже, ну, чтобы он как в режим работы войдет. И просто вот провод чикаешь. И к регулятору его подключаешь вот так. Сюда вот этот регулятор повесь. Тепло. Вообще мы такие внимательны. Тут вот оказывается тут написано, на коробке вся инструкция. Перед первым использованием рекомендуется присоединить устройство к сети на 40 минут, затем отключить. У нас уже минут 30 работает. Схема подключения. Все есть. Вот 0,4 киловатта. Напряжение 220. Расход электроэнергии понятно. Ну, обогревает 16-17 метров кубических. Масса 12 килограмм есть. Почти как керамзитоблок. Вот так. Все на одной коробке. Давай подоконник. Давай. Короче, сделали регулятор, все подключили через него. Правильно включил? Леша так и страдает. Где нолик, где плюсик? Вроде это. Все тонкий. Хотя там написано рукой не трогать. Поставили 15 градусов. Ну, понятно, что его надо ставить в другом месте. То есть здесь он около батареи будет 15 градусов делать, ну, как раз, наверное. Здесь у котов градусов 10 будет, а там градусов 5. У-у-у. Ну, короче, это со временем. Главное, что тепло. Со временем. Ну, сейчас уже плюс 5 почти на градуснике. Только пар идет изо рта. Окна надо запотевать не сильно. Короче, со временем разберемся, что там, какую температуру выставлять, как оптимально. Да? Теперь тебе тепло будет. Будешь тут сидеть. Ну и сделай. Так сидит. Ну и сделали подоконник. Стол раздач. Кому первый, кому второй? Мороженое, мороженое. Завтра, по идее, должны, ну, с утра встать, я думаю. Ну, градусов 10 здесь должно быть минимум. С учетом того, что на улице. Минус 3, наверное, где-то вот так. Вот так вот. На подоконник бьет. Ну, вот. Смотри в окно. Смотри в окно. Завтра нам нужно сделать пол. Линолеум. Поселить линолеум. И утеплить потолок. И все, будем надеяться, что кто там еще рвется к нам. Ты кто? Мяшка пришла. Миш, тут тепло теперь. Теплее, чем в сарае у соседей. Будешь тут же? Да будет она тут же год. Просто она по большей степени у соседей в сарае тусуется. Ну все, до завтра. На этой счастливой ноте мы заканчиваем. Сегодня 20 ноября. Продолжаем делать кошачий домик.
Сейчас покажем, сколько там градусов. Заходи. Мурк. Иди там. Ну, на улице минус 2. Сейчас. Ну все, не перебивай меня. На улице минус 2. Кто не помнит, мы поставили на 15 градусов. Даже 14, наверное, стоит. И на градуснике у нас 14 градусов тоже. Короче, батарея работает. Но тут тепло вообще. Запах какой-то другой стал. Ну, запах чистый. Чисто помещение. Теплое помещение. Хотя здесь еще не чисто. Вчера, ну, не снимали там сильно, короче. Просто вот залили вот этот, отдолбили. Ну, это мы засняли чуть-чуть. Поэтому смотрите. Вот так вот отслаивается этот гипсовый наливной пол от цемента. Ну, вот. Последствия наших косяков. Весь отвалится. Не, наверное, так можно долбить его, он весь так отойдет. Но здесь просто вздуто было. Здесь уже все нормально. Сейчас мы этот пятачок зальем просто и все. Чтобы нереально жарко. Тихо, это завтра узнает. Кто-то, а? Кто-то хотел сюда переехать жить, теперь можно. Короче, батарея греет отлично. Это с учетом того, что еще потолок не утеплен. Сейчас мы будем потолок утеплять. Коты, что удивительно, эту ночь. Ну, ту ночь Мурка вообще, она вчера весь день сидела, не вылазила. Вот здесь вот сидит и сидит все время, спит. А так обычно на улице там орет. А тут вот, видать, тепло, поэтому хорошо. На подоконнике видно, как они сидят. Слушай, они тут реально прям живут на этом подоконнике. Теперь не отмоется. Да отмоется. Короче, сидят на подоконнике, смотрят в окошечко. А сегодня ночью и няшка ночевала. Дверь сказала. Ой, зато светло. Ну, няшка, напоминаем, она вообще по большей степени к соседу в сарай ходит, там живет. А сегодня ночью они здесь вдвоем спали, утром прихожу, они дрыхнут тут. Им хорошо. Короче, эффект есть. Огромный эффект. Да мы вообще прям рады. Да? Сейчас потолок утепляем и стелим линолеум на пол. И наш кошачий домик будет готов. Полностью готов. Да. Больше мы его трогать не будем. Поехали. На улице у нас метель. Погода клевая, да? Не, ну тепло, там минус 2, что ли, сказал. И метет снег. И завтра весь день снег обещает. И Лиза наша. Пусть не пора, Лиза. На улице все рвется, рвется. А потом вот так вот сядет. Выбежит теперь домой, да? На минутку. Хотела гулять, гуляй.
Вот, не зря подоконник советовали. Для котов сидит, смотрит. На улице метель, ветер, а они в тепле. Торжественное открытие для котов. Сейчас вам вкусняшку. Это не та вкусняшка. Ты им другую вкусняшку дай. Во, им сегодня праздник. С новосельем вас повторным. Ну все, вас тоже поздравляю с новосельем. Сейчас двери открывали, закрывали. Ну, короче, это плюс 7 где-то. Линолеум просто вот постелили, не стали обрезать ничего, вот так вот концы загнуты. Ну, думаю, линолеум с этим, с мягким, как с мягкой подложкой снизу. Вот, думаем, намного теплее и пол будет. И потолок сейчас утеплили полистиролом. Стены здесь пятерка пенопласт все. Ну, единственное, конечно, дверь, через нее тепло будет уходить и в эту дырочку. Ну, немного, все равно тепло. Подоконник, как видели, очень востребован. Короче, мы довольны, коты тоже довольны. Диван ставь, можно жить. Да. Здесь вот им тряпочки постелили. Мягкие. В гнездах. Вот они не видно. Че, выбирают, в каком хотят гнезде, в том и спят. Но они что-то, это, Мурка первую, две ночи вот здесь спит. Няшка вчера приходила, тоже здесь спят. Сейчас вот еще пуфик вон там поставили. Ближе батарей. Да, может там будут спать. Короче, здесь спи, там спи. Тут спи. Там лежи, смотри. На подоконнике спи. Чего хочешь, то и делай. Слушайте, как сладко чавкает. Наяривает. Да не лопнут, не скоро. Сейчас наедятся и не пролезут эту дырочку. Ну, а тепло, конечно, все идет. То есть это как очаг от батареи. Компания Теплэко. Напоминаем еще раз. Магазинов, ну, во многих городах, ну, есть их магазины. Ссылку мы на них оставим в описании. То есть там заходите на сайт и смотрите, есть ли в вашем городе такие батареи. Если нет, то можно заказать через интернет. Ну, короче, мы пока довольны. Вот. В морозы, конечно, потом, ну, узнаем, как что это все будет. Ну, думаю, плюс здесь по-любому будет. Сейчас и водичка у котов налита нормально. Не замерзает. Ну, а то так воду наливаешь, а они сосульки грызут потом. Завершили мы еще одно помещение в нашем паровозе. Теперь все у нас. Гараж готов до конца. Портал готов. Мастерская готова. Потом идет кошачий домик. Сделан. Домик для бассейна сделан. Баня сделана. Дальше еще пойдет беседка. И еще один гараж доделать. Потом осталось снаружи. А внутри у нас все готово. Все электрифицировано. Вот такой кошачий домик в итоге у нас получился. Мы довольны. Коты тоже довольны, мы думаем так. Походу тоже довольны. Ни хрена, она свое съела. И еще Мурке надоедает. Ты, она лопнет. Мурка-то уже лопнет на подходе. Куда они жрут, столько непонятно. Ну и скоро мы сделаем итоговое видео по кошачьему домику.
кому лень смотреть, как это начиналось, увидите полностью, как это было. То есть, как мы его начинали делать и вот как он получился. Всем спасибо, кто посмотрел видео. Мир, добра, здоровья всем. Ждите новых видео. Всем пока. Пока.